Елена Радионова. Итак, чемпионка России прошлого года, также победительница финала Гран-при. Нет, была она второй вслед за Туктамышевой. Призер чемпионатов Европы и мира 2015. Серебряный призер чемпионата России уже этого сезона. Елена Радионова. 6 января у Лены был день рождения. Другое дело же совсем. Молодец, совсем другое хороший, дело. Очень хороший каскад сделала. И флип сделала. Ну наконец-то вот переставила. Все сделала. Ну вот, собственно, вот, вот показатель того, как нужно за каскад лут-ту-лут набирать 11 баллов. Прекрасный, не очень сильно. Да. Не очень сильно отплюсовали. Прекрасный. Но без вопросов. И вот уже, так сказать, вторая половина сезона, и можно было немножко усложнить, да? И вот она во второй половине первый раз в этом сезоне прыгнула флип, и флип был очень хороший. Вот как радуется, аж танцует. Она такая забавная девчонка, у нее характер чудесный. Кстати, хочу отметить, что вчера после вечерней тренировки только Лена Радионова остановилась, чтобы поговорить с журналистами. Остальные предпочли этого не делать, что тоже говорит о большом уважении к тем, кто здесь трудится на этом чемпионате Европы. Я очень рада за то, что она справилась, потому что теперь она может усложнять и усложнять и усложнять.
очень важно, что ей поставят за это. Должны поставить. Потом... 17 лет уже исполнилось Лене Родионовой. Уже преодолевает она этот сложнейший период. Если полтора года назад, когда она прыгала, как вот маленький. Какой хорошенький. Хорошенький, да. Даже не скажешь флипок, а скажешь флип, да, хорошенький. Классный прыжок, классный. С ускорением на выезде. Кстати, уже во второй части стоит. Да, как же не обратил внимания. Конечно. Мало того, еще на этой же ножке, а нет, поворотик она не сделала, не усложнила себе. Так вообще... Молодец, вытащила его, да? Немножко спинкой. Без вопросов. 71 балл Елене Родионовой. Никаких вариантов у тех, кто катался раньше. Довольна Инна Германа Бочаренко и Людмила Власова. Лена сделала все, что могла. Абсолютно заслуженная оценка и чистейшее лидерство.